голкипер СКА Хабаровск Александр Давыдне прокомментировал поражение от «Спартака» 0-1 в матче 22-го тура РФПЛ. На игру настраивались обычно, как и на все игры, Лукас Фернандо хорошо попал. Если бы мог вытащить этот мяч, выручил бы. Это футбол, мы выходим играем, так получилось, что делать. Фернандо, красавчик, попал без шансов, предполагал, что если будет пенальти, то будет бить либо Камбаров, либо промес. Гадал ли я, куда упасть, я загадываю сначала угол, а потом уже дальнейшие действия. Статистику отбитых пенальти не веду и специалистом по 11-метровым ударам себя не считаю. Можно сказать, что мой кураж перешел из первого матча в Хабаровске, знал, что мне такой вопрос зададут, даже готовился к нему. Как я только провожу хорошо игру, мне сразу же говорят «кураж». Но я специально не тренируюсь, просто на тренировку прихожу, и на сборах я тоже не нахожусь, как бы, передает слово давай корреспондент чемпионата Ирина Белкина. Как победить собственный кошмар, Спартак забил Довбена с третьего раза, это случилось на 90-й минуте матча.